Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Умыло.опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор карбоксиметилцеллюлоза. Впервые официально была открыта и запатентована в начале 1900-х годов немецким ученым-химиком. В современной домашней косметологии вводится рецептурную формулу с разной целью. Именно такая полуфункциональность данной кислоты обуславливает ее высокую популярность. Преимущество применения таково: высокое качество продукта, стабильность при ярком свете, нетоксично, стабилизирует косметические эмульсии, отличный загуститель, матирующий агент, способность запасать холод, эмульгатор, способствует образованию стойкой пены, гелеобразователь. Благодаря своим отличным загущающим способностям может служить отличным аналогом или альтернативой многих веществ, таких как крахмал, желатин, глицерин. Кроме того, данную кислоту часто используют как средство для таблетирования и формирования капсул. Удивительно, ее особенностью является способность формировать очень вязкие растворы коллоидного типа. Косметическое применение таково: зубные пасты, массажные кремы, средства для бритья, косметика для и после пляжа, шампуни, бальзамы, лак для волос, маски для волос. Вот в таком пакетике мы отправляем данную кислоту нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!